никогда не читал «Метро» и не люблю жанр постапокалипсиса. Так, попробуем загрузить. В общем, начинал я минут 20 поиграл, где тут вроде даже не написано «Хардкор сложность», «Стим слот» какой-то. Короче, вышла эта игра, мне она не понравилась. Я ее смотрел на стриме. Играть в нее не хотелось, потому что жанр постапокалипсиса мне вообще не нравится. Похоже на Сталкер, что-то там с мутантами, радиация и так далее. Ой, Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота, как поверить, что мы не одни на земле? Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Они уверены, что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Мы одни на этой планете, и в метро это знает каждый. Но однажды я своими ушами слышал позывные. Да, потом помехи перекрыли их навсегда, но позывные были. А это значит, что где-то наверху, под небом, есть место, пригодное для жизни. Что мы не обречены доживать свой век под землей. Но мне не верят. Вот в чем прикол. Какой-то там конец света, какая-то война или еще что-то. Люди прячутся в метро, появляются мутанты. Ну и вроде это то место, где я остановился. В общем, какая-то вылазка где-то была. Скорее всего, верхнее сохранение, это получается самое последнее. И этот парень, вот самая беспонтовая часть игры, это то, что главный герой почему-то какого-то хера не говорит вообще никогда. И вот в этих вот заставочках, где вот пишется вот это все карандашиком, такой звук приятный, и он, блядь, говорит. А сука, в игре, и ему, блядь, говорят, все, один подошел, второй, третий, там, и жена его, или кто. А он как будто глухонемой, или что, я не знаю. Пишут в интернете, типа, вот там разработчики там хотели там, или сделали его глухонемым, или глухим, или это, немым, или как. То ли там Боярский его озвучивать хотел, но это, мне кажется, рофл, все. Но это так тупо. Вот если бы он говорил, у него был бы какой-то характер. Но в данном контексте, если вот играешь в эту игру, хочется, чтобы он что-то отвечал. Если этого не получается, если никаких модов никто не сделал, то что остается делать игроку? Вот, допустим, какой-то летсплейщик проходит, он пиздит, ну просто за него. Ну типа, вот там, что это за хуйня? А, там, ну, блядь, подошел, там, взял, унажал, там, включил, выключил. Хуяк. Что ты ответишь? Вот люди говорят что-то, а ты вроде бы что-то должен отвечать, как главный герой игры. Причем игра как бы не какая-то дешевая, не беспонтовая. В Сталкере то же самое. Просто главный герой вообще ничего не говорит. Какие-то записи, там у него есть журнал, там. Но он ничего не говорит. Так вот, попробую поиграть. Вроде как крутая, говорят, игра, все там. Сложность поставил большую, потому что, ну, на простой сложности еще и интереса самого геймплея не будет, и как-то скучновато, не знаю. Попробуем на большой сложности поиграть. И не скажу, что я буду что-то за главного героя там отвечать, но просто попытаться посмотреть на все это его глазами. Ну, грубо говоря, посчитаем, что он память потерял и, ну, разбирается там, что это такое. Ну, блядь, потолок какой-то весь в плесени. Ну, хули, метро. Все понятно. Так, откуда-то я оттуда пришел. Это, короче, выключаем свет. Нормальная тема. Так, сюда зайти вроде как нельзя. Я позырил бы в микроскоп. Нельзя. Что, базарить будете? Что-то чешо. Алло. Блять, еще в носках, наверное, мерзнет. О.
Жалко, не увеличивается. Крыса, короче, крутит. Потому что энергия какая-то вырабатывает. Ну, смотри, наверное, энергию вырабатывает. Да, станочек. Прикольно. Чтобы лампочки работали. Ребята говорить ничего не хотят. Вроде как доктор это, если не ошибаюсь. Так, ладно. Неплохо, неплохо. Я ушла из Ордена и сама решаю, что мне делать. А Артём? Хватит. Артём, то Артём, всё. Надоело. Если бы парни не подоспели, ты бы уже обтовял. Прекрати. Это ты прекрати. В полисе вас ждёт квартира со всеми удобствами, а не эта лачуга, в которой вы пытаетесь жить. Что значит пытаемся? То и значит. И вообще, хватит думать только о себе. Хватит! Ты же знаешь, как нам сейчас не хватает опытных бойцов. Вы с вашим опытом должны учить новобранцев. Вы можете спасти уйму жизней. Ах, ну сколько можно вас уговаривать? Папа, без Артема я ни за что не вернусь, а он... Анна, это безумие! Да, это безумие, столько времени проводить на поверхности. Да, я не хочу, чтобы мой муж сгорел от радиации, не хочу. Я его ненавижу за то, что он сам себя убивает каждый день. Но ты хоть на секунду задумайся, что если он прав? Что если Артём и вправду слышал сигнал? Сможешь простить себе, если мы упустим этот шанс? Шанс вернуться к настоящей жизни. Растить детей под лучами солнца. Настоящего солнца, пап. Ладно. Я не смогу. Давай дождемся Артема и еще раз спокойно все обсудим. Но даже если он какой-то сигнал слышал, это не обязательно значит что-то хорошее. Поговорим об этом позже. Тут слишком много ушей. Давай. И тут главный герой должен сказать: сука, я слышал сигнал. Ёбаный покос. Как они достали меня? Почему они не верят? Какие-то книги... Память потерял, ни хрена не помню. Что-то почитать. Так, выключить свет, включить свет. Бидоны. Что интересно в них было раньше? Ну, наверное, молоко какое-нибудь. Ну, ведро. Чтоб полы мыть, наверное. Так, учебная парта. Все, стульчики убрали. Чай попить. Чайничек. Кружечка, все стоит. Неплохо, кресло. Посидеть, тоже книжку почитать. Что, ни записок, ни хрена пока. Так. Броники, какие-то противогазы. Ну это все. А, что надо одевать, короче, чтобы на выход идти. Так, вот если я зайду к ним сейчас, начнется сразу разговор какой-нибудь, скорее всего. Главное, не всем тут говорить. О, какие люди, Артём! Здоров, как бык! Ну ты, брат, князь, конечно, дал! Тёмыч, как ты, дорогой? Вижу, жив, бродяга. Ну, сейчас устроим пик. Еще пяток шрамов, и ты будешь неотразим в каждой луже. Да. Как там вкусно? Ну, лёд. Ну, ты гостевая. Да хватит вам. Оставьте парня в покое. Брат. С возвращением, Артём. Ладно, все, разошлись. Даю вам 2 часа на все про все. Ура! Во, ура! Сейчас устроим! А у меня как раз с собой было. Ну вот, начинается. Только приз не как в прошлый раз. Держись, Артём! Какие угарные типы же цен. Короче, дед строгий. Говорит, 2 часика погулять неделю спустя. Никуда. Это что по итогу? Вот опять пошел на вот. Написано, год не выпускать. Ну что? О. Опять тишина? Ну? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиметр щелкает. Да сейчас услышим позывной, что тут? Все нормально будет. О. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер.
Нихера, все равно своего добьемся. Загулялись мы, пора фильтры менять. Фильтры менять? Так, нажмите Е для замены. Ну-ка, смени фильтр. Е, блять. Лежал. Т. Близкое Т. Ладно, идем уже. Неудобно так, когда на русском пишут. А раскладку обычно на английском в играх запоминаешь. Так, какие-то картиночки. А где, кстати, показатели? Фильтры, не фильтры? Как это посмотреть-то? Короче, хрен его знает, пока никто не рассказывал. Отец меня убьет, если где? Узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне? Ты тут все руины уже облазил? Мусоропровод. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Сейчас, погоди, пошаримся здесь. Вдруг что валяется. Ну-ка. Че она там уже? Демона шуганула, чтобы демон не расслаблялся. Сейчас я тоже шугану кровь. Ну-ка, погоди. О, смотри, что-то было. А что? А, о, смотри, можно почитать. Новая заметка. Ну-ка, давай-ка. Пыльный дневник, амбулаторная карта. Блять, а, дневник. Да, вот это, походу. 6 июля 2013. Поздно. Шура пошла за продуктами, я собирался выкатиться на балкон, подышать. И тут по радио передали тревогу. На улице толпа, все куда-то бегут. Пошли ракеты, вспышки. Сквозь занавески ослепило, до сих пор пятна перед глазами. Может, Шура успела в метро? Думал, конец, но обошлось. Ветер на улице, тихо почти. Только сирены воют. И туман зеленый светится. Или это глаза все еще? Телефон молчит, радио тоже. Шура, Шура, Шурочка. Только бы с тобой было все хорошо. Плохо совсем, тошнит. Шура, прощай. Вот так вот. Пресмертная записка. Кто бы такую, кто-нибудь бы такую записку написал, если действительно была бы такая вот ядерная война или еще что-то. Печально, печально. О! Не знаю, что я там нашарил. Как инвентарь смотреть? Хрен его знает, короче. Потом подскажет, наверное. Так, где наша бабеха? Дышит странно, мне не нравится. А вот она. У. Типа пролезть. Давай уже, блядь. Монстров стрелять по хардкор. Интересно, чем хардкор так? 69 патронов. Может, все же вернешься в орден. Переедем в полис, а? Отец тебя не ударил? Квартиру обещает. Полис, полис, это город. Контрол. Замена фильтра. Сколько это фильтров у меня будет? И душем. Ну души, наверное, же заебись. Без души вообще никуда. Так, ну давай пошарим здесь. Так, шир давай здесь по одному, чтобы не завалилось. А, я понял. Теперь ты. Да давай уже, ну. Мы России. Так. Интересно, давай, я ее не застрелю случайно. Черт! Слышал? Слышу, слышу, сразу захерач. Где? Выходи, сука. Опа. Еще. Опа. А где наша баба? Цел, цел, все заебись. Ни хп не показывает, ни хера. А где это смотреть? Настройки. Может где-то у нас подсказки или что, блядь? Противогаз, фонарь. Да это, блядь. Настройки. Игра. А что это включить, увеличить прицел? Подсказки. Так, это включено. Прицел хардкор. Блять, да вроде все включено. Хардкор, русский. Авто. Удерживать. Блять. А то, что ни здоровье не показано, ни хера. Управление, машинка, что там клавиатура. Ментальника.
противогаз, рюкзак, ше. И это и надо удерживать, короче. Сменить фильтр, зажигалка. Наверное, в этом. Ну и это у. Течка ПНВ. Так. Рюкзак надо открыть, позывить. Так, что вы в рюкзаке? Умнее твари. И чё? Давай ходу, нельзя. Теперь вся округа знает, что мы здесь. Да, давай, блядь. Рюкзак не можно только открыть сейчас. Давай, туда. Куда, веди, ёптить. Я пока обошаюсь. Смотри, книга. Не, нихера. Так, не записывай. Ну, в принципе, фонарик. О, фонарик, это зайдись. Давай уже, ну. Так, к такому вначале ходили. Вагончики. Фильтр. Ну, где этот фильтр? Даже не количество этих фильтров не показано. Ничего, может, они сейчас бесконечные. Так. Ничего. Что-то тут. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Че он красный? Че он красный? Херово, не херово. Почему эта зона закрыта для сталкеров? Фона. Еще сталкеры, это же сталкер, это же метро. Стой. Вот и стая. Ну что, прикрываю. С кого там подискать-то? Давай меня, чё ты? А, нет. Всё, спокойно. Смотри, не фильтров нет, получается. Я понял. Вот я зажал Т. Это херню фильтр. Ты мне фильтров дай. Ну, раз тут стаи такие здоровые. Стая. Где фильтров, блядь, взять? Есть фильтры? Дайте фильтров. Так. Три фильтра. Хорош. Минуты 33, давай меняем. Во. Вот это другое дело. Это я понимаю. Фильтр в автобусе лежит. Надо шарить. А где баба наша? Куда она делась? Так. Давай-ка F5. Сохранилась. А куда она делась? Так, как бежать? Shift. Удерживать. Вот она. Так. П. Блять. П это G, короче. О. Че ты тут стоишь? А, лезть надо. Давай. Черт! Нормально, все, страхую. Давай ты! Что-то я помню, какая-то засада тут должна быть или что? Держу! Слышка! Скалолазы. Все, погнали. Это буря. Это перезарядится. А, все нормально. Или это 21 получается в обойме? Не видно ни черта! И не слышно! Переходим на рации! А, да, конечно. Что за черт? Артём, ты тоже видишь? Чей? Откуда? Я же не сплю, правда? Поезд. Ну все, пиздец. А вы мне не верили, блядь. Я говорил тут, блядь. Паровоз! С ума сойти, паровоз! Откуда же? Суки, стойте. Ну вот. А вы и говорите, блядь. Вот, зараза, уходит. Артём, что делать будем? Чё смотри, наши из Ордена. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай с ним. Эй, запрыгивайте. Ребята, вы как-то догадались? Видели, что там едет?
Видели, видели. Давайте быстрее. Это не они, наверное. Вот, ну что это? Кто это? Какие ребята из Ордена? Какие вообще дурачки какие-то. Блять. Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды. Да Артём, слава богу, это не орден, ганзовцы, козлы. Ганзовцы, а кто? Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас с этим схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Сука. Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Конечно, блядь. А вы думали, что радиация бесконечна? Думали, мы одни спаслись. Ну, блядь, господи, конечно. Мы теперь всему метро расскажем. Угу. Сначала этим пацанам надо рассказать. Бабка и пацан на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. Вот, блядь. Нам противогазы не понадобятся. Ну вообще самое тупое, вот. И бабку и пацана загасили. За что? А мог бы жить да жить. Поехали. Ой, блядь. И так выбираться, типа. Аптечку, аптечку, фильтр. Лысенько, лысенько, фильтр. Снимай. О. А, блядь, не умирай ты. Все нормально сейчас будет. Так, столы есть? Ни хера нету. А где трупаки? Где бабка с пацаном? Ну, куда-то идти надо, а куда? Так, здесь решил. Ну, надо шариться, блять. Оружие нихера. Вот, ползком. Херачим. Фильтров бы. О, здорово. Чё это, блядь, фильтр? Аптечка. Это аптечка. Две аптечки, это заебись. Чё это за хуйня? Хуя. Давай аптечку сразу. Оп. По-любому херово после выстрела. Чё, всё равно херово. Ну-ка, тихо. Может, фильтра где лежат? О, какая-то херня. Сидит. Я без палева, блять. А это летающая херня. Может, вот это что-то лежит, ну-ка. Не знаю, камешек какой-то. Камешек. Так. Протереть. Новая G. Будет бесконечно протирать. Так. Где бы тут хабар какой-нибудь взять? Снимаешь, какой-то хабар есть в корнях. А может и есть. Как говорится, хули нам кабанам. Так, что никак не пролезть его нахер. Но здесь в машине по-любому что-то есть. Хотя сильно сомневаюсь. Кто, ты что делаешь? О, смотри, нихуя. Спокойно, блядь, сейчас запалят.
Короче, получается, этот поезд приехал на станцию. Вот эта вот херня, раз он медленно едет, это станция. И там, короче, по-любому есть что-то прям хабар какой-нибудь. Надо туда залезть, кого-нибудь сломать за такие выходки. Забрать оружие, фильтров. Вон, кто там стоит? Там мусор какой-то или что? Торчит, кто-то шевелится. Короче, по-любому, быстрое сохранение, блядь. И вот так на картах просто, без базаров. Че это такое-то? Что-то шевелится, кто-то что-то делает, блядь. Так, машины нихера нету, спокуха. И палимся. Вот этот. Че это? Блядь, не могу разобрать. Сейчас, короче, подойдем. А, это птица, это ебучая. Хорошо. Спокойно, блядь, залази. Все нормально. Ну, вход открыт, значит. У. Значит, у. Башня, давай. За всю хуйню просто, блядь. Вас ждет возмездие. Убивать невинных людей, блядь, которые из деревни пришли. Тихо, фонарь есть. Нихуя нету фонаря. А чё, блядь? Ни лампочки, нихуя нету, да? Блять. Просто темнота, блядь. Так, смотри, тут по-любому вниз. Тихо, тихо. Вылезет сейчас. Там никого нету. Опа. Перчатка неплохая. Все, пожалуйста, снял, значит, заебись. Видимость лучше будет. Сохраняем. Выключаем. Потому что, ну его нахуй. Сейчас хоть запалит, блядь. Так, это какой-то монстр, блядь. Даже кулаками нельзя пиздить. Хоть бы кулаками можно было пиздить. Так. Вот у этого тела по-любому есть какой-то хабар. Или нет? Да уж повезло. Кто-то базарит. Сука. Так, тихонько. Выглядываем направо, нихуя. Налево, нихуя. Гасим свет. Че это, свет? Или че это? Это хуйня белая. Ладно. Тихо. Ну, палится прям тень. Что-то прям светится, пиздец. Так, тут нихера ага. Нет. Видать, стражи прорвались. Стражи. Хана, работничка. Держи выход на мушку, если что, полезет. Блять, там кто-то ходит. Будем считать, что это какой-то стелс. Стелс экшн. Так. Можно сюда. Тут по-любому закрыто. Да. Херач. Тихо. Это мы, значит, где-то прям. Надо группу послать, выход законсервировать. Ну и прибрать, что осталось. Так, вот ну сюда светить, значит, нельзя пока. А чтобы они куда-то свалили, блядь. Или пошариться пока в этой стороне. Внимание! Чё включение там? Поворотного круга. Короче, менять направление состав. Доползти направо или налево? Направо или налево? Направо нельзя. Вперед. Нельзя. Так, не запалят? Ну, типы, они могли бы спалить, в принципе. И ладно, пойду налево. Ермак. Ермак нормальный пацан. Сейчас я вам. Чего угодно я от старикана мог ожидать, но на капитана орать. Это перебор. Дежурные паровозы, ты вечно. Дурак ты. Тебя бы жизнь так шарахнула. Ты не то, что нажрался, удавился.
А что такое с ним? Дочка у него померла. А он ради него на работу эту собачку пошел. Смертников до расстрельной команды возить. Угу. Печальная работа. Не сидел бы с своим принципом, может, и дочка бы не померла. Теперь ему получается бояться нечего. Теперь ему получается и жить незачем. Не дай бог тебе собаки детей жить. Не дай бог. Да, я понимаю. Короче. Хрен ты так понимаешь. Ладно, заняли тему. Надо понимать одну вещь. Люди могут быть плохими, могут быть хорошими. Если убивать всех подряд, я сомневаюсь, что это будет здравая концовка, и вообще это будет хорошо. Если поступать по-человечески, то эти ребята, они же тоже люди, тоже как-то выживают, что-то как-то живут. И почему у них такие правила убивать, допустим, бабку этого пацана? Стоит ли их за это убивать? Или стоит разобраться? Надо подумать. Герман, тихо. Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что, больше никаких. Не люди. Как же так? Что же поделать? Чувак. Тварь, небось, страж. Тихо. Человек? Тихо, браток. Сука. Как вы... О, господи. Так это она про вас кричала? Да, в натуре. Живой! Вы за ней? Да. Так. Я помогу. В натуре, браток, помоги, чем можешь. Хоть какой-то толк с меня. Сейчас замутим. Так, просто, что тут есть? Девушку отвели на допрос к начальнику базы. Ага. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Да по-любому получится. Идемте. Только не спешите. Ты погоди, я сохранишь. Спокуха, блядь. Есть что спиздить? О, аптечка. Так, давай еще что-нибудь спиздим. Подожди, братан. Блядь, далеко не уходи. Так, как? Тихо, блядь. Стоп. Опа. Стоп. Базара. Вам на свет лучше не показываться. По-любому. Согласен. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Да базара ноль, блядь. Тихо. Я тут вот так бочком. Опа. Сейчас отключим, блядь. Отключайте свет. Сейчас отключу. Блядь. Оп. Выключаем нахер. Тихо, куда теперь, а куда теперь, блядь? Генераторный, видать, не дочинили, товарищ сержант. Куда идти-то, блядь? Дед, не спешите. Не вставайте, так будет тише. Конечно, блядь. Тихо, видите, я, блядь, лестницу? Оп, тихонько подберитесь к ней. Без базара. Спокуха. Держите стены. Стены по-любому. Ермак, ты что ли? Да не я, что ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить. Так точно, уже бегу. В бригаде техников приступить к обслуживанию локомотива. У тебя-то руки точно не из жопы. О. Ермак, что ты? Поехали. Ермак, братан, на туре. Штурок развел. Нормально. Иду уже. Нормально поморосил. Так, дальше. Надо, чтобы никто не спалил. Что чего? Тихо, кто спалил? Вон Кен стоит. Сохраняемся. Так, рабочий. Подвалить не послали. Так.
Вон кто-то стоит. Ничего с ним делать. Солдат рабочий. Охранять надо, тут ходят всякие, отвлекают. А это вот куда идут? Наверх? А, нет, он чинит что-то. Ну-ка попробуем полезть. Так. Стойте! Придется вам его вырубить, сумеете? Только без базара. Чтобы бесшумно снять часового. Быть с ним поближе. Сейчас подберемся. Вставай, ты собираешься. Пора тебе на свалку. Старость не радость. Да. Короче, оп. Выключите лампу. Оп. Да, идемте. Давай, открывай. Натуре, сейчас мы с тобой делов наделаем, где? Погодите, погодите. Да, сохраняю. Стойте. Оп, стою, сижу, блядь. Опа. Вот ведь прямо сюда смотрит. А нам сюда. В ту дверь нужно. Натуре. Ничего, сейчас мы его, блядь, что-нибудь придумаем, блядь. Попробуйте отвлечь его. Вон а мусор всякий. Киньте рядом, может сработает. Мусор, ну-ка. Отлично, теперь кидайте. С. Куда? Куда бросить-то, блядь? Надеюсь, шум его отвлечет. Сука, а куда бросить? И как? Тихо, дед, блядь, ты в натуре. Тут решетка, куда я тебя бросать-то буду, блядь? Давай. И чё? Так, мусор, бутылки. Давай, це. Отлично! О, хорош. Идемте, скорее. Давай, 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 в натуре. Ну, блядь, дед. Сука, он сейчас повернется. Давай уходим. Проходите быстрее. Че, старшой, все занимается? Эта система вентилирует так. Весь командный центр. Угу. Он вообще небольшой. Попробуйте подгадать момент и пробраться. Я, конечно, постараюсь помочь, но сами понимаете, боец из меня никакой. Удачи вам. Давай, дед. Сука, дед, не подведи. Так. Нужно ли вырубать здесь лампочку? Да вырубим на всякий случай еще. Сохраняемся, блядь. Положение сидя принять. Лежа на локтях. Вперед. Анна. Послушаем. О, сиськи. Я сейчас пристрелю, блядь. Падла. Ты чё, блядь? Сука. Сыромя! Это сидеть. Всем лежать, блядь. Сукины дети, блядь. Артём! Господи! Живой! Да, ты блядь. Ранен? Да, аптечку спал. Выдержал да. Пулю. Вообще хорош. Ну что за херня, ты чё, блядь? Дед, блядь, на помощь. Сука. Не дергайся. Падла, блядь, стоять. Ебаный покос. Да вам теперь по законам военного времени одного расстрела мало. Это широкополосный подавитель радиочастот. Что? Глушилка. Москва не слышит никого, и Москву никто не слышит. Твою ж мать!
Все, кончилась ваша тайна, блядь. Ты слышишь, Артём? Конечно, блядь. Ты понимаешь, что ты был прав? Да, блядь, прав я уже, ну все, хватит, блядь. Давай еще патронов там, блядь. Там не только Россия, там весь мир, да, Артём. Да, конечно, весь мир. Давай, блядь, мужик, нахуй, на колени, блядь. Зачем? Почему вы прячете Москву от мира и мир от Москвы? Да потому что война все еще идет, а вы как дети малые. Тихо, мужик, блядь. Скоро нахуй. Вся охрана здесь будет. Да подожди ты с охраной, сейчас, блядь, заметка. Служебная записка. Так, что, блядь, не найдено. Да хули не найдено. Найдем еще, блядь. Так. Исх. Что за исх? Хер узнает. Совершенно секретно, что-то там. Начальник отделения снабжения. Подполковнику Рылееву. В ответ на ваш запрос. А 23.03 СГ, что за СГ? СГ. Блять, как расшифровать? Сообщаю, что фактическая численность личного состава на станциях радиоподавления внешнего периметра по данным на 0102 СГ составила 4786 человек. Из них, подлежащих снабжению индивидуальными средствами защиты по особой норме, сотрудников ОСО 3857 человек, технического персонала 723 и 206 руководства. Хер его знает, зачем нам это надо. Замначальник особого отдела майор Строин. Черт! А, не стреляйте! Спокойно, дед. Я с ним! Дед в натуре, нормально. Сейчас подожди, я пошарю. Выключить. Давай, все выключаем. И свет пускай. Да подожди, блять, я карту посмотрю. Так, Россия, СССР. СССР. Все правильно, блядь. Так и должно быть. СССР, так, США, что там? Блять, Австралия, Китай, Монголия, Япония. Артём, скорей! Да блять, успокойтесь уже. Ну, ребята, все нормально, я положу. Ваша, оно вместе так лежало, я ее умыкнул. Нормально, хорош. Надо бежать, пока они не разобрались. Что это? Ножик заебись. Охрана! Спокойно, блядь. Дед, все нормально будет. Вам надо пробраться через двор, вон в те двери, откуда охрана выбегает. Да, базара ноль. Быстрее, сюда! Идемте. Все. Кто вы? Ермак Андрей Иванович, машинист паровоза. Бегите, главное проберитесь в ангар. А там Бог даст, вывезу вас. Вывезем, в натуре. А меня не знают, внимание не обратят. Андрей Иванович, зачем вы нам помогаете? У меня была... позже расскажу, надеюсь. Ты расскажешь, в натуре, дед. Все нормально будет. Себя. Так, ну давай. Сука, главное сейчас сохранение нажать, и все нормально сделать. Тёма, здесь враги. Подсади меня. Видно плохо, вьюга началась. Тёма, не забывай про датчик видимости. Хуй знает, что за датчик. Если не суетишься, не лезешь на свет, заметить тебя сложно, и индикатор не горит. И фонарик не включай зря, могут заметить. Конечно, без проблем. А как я-то, блядь, Прием, блядь. И что это, блядь? Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Сука. Мне не надо эти двое, блядь. А, это что, время? А куда идти-то, я хуй его знаю. Ладно, не все. Так, уходит. Вот такого случится. Вот хорошо, но бдительность не теряем. Ну и Хватина, колотит всего. Да ладно, это переживет. Меня вам отрубило. А, ну она не работает. Вот скажи, чего нас сюда поставили? Ну как чего? Черный ход охранять. Он будет залазить, нет? Мы охраняемся.
Да будешь ты... Сука, это вам не сталкер. Замена фильтра. Сколько у меня фильтров-то, блядь? Короче, надо как-то пролезть. Она залезла наверх. Мне надо тут пошариться. Чего вот это темно, блядь? Хуя нету. Чего? Чего надо? Кто палит или что? Так, сохраняем. Короче. Вот тут по-любому как-то переждать их надо. Что, будете идти, нет? А, подожди, мусор. Сатюри. Оп! Давай, выходи. Чё, блядь? Они нихуя не слышат, Юга же, конечно. Понятно, блядь. Их двое, блядь, что я с ними сделаю? Может, это перелезть, а не получается. Ладно. Короче, ну его нахуй надо загрузить. Москва. Ну вот это было, я точно не знаю. Окей, самый верхний я буду загружать. Прыгнув. Короче, застрелите пацана по-любому надо или не надо. Так, сейчас позовем. Фонарик не включай зря, могут заметить. Короче, смотри. Сохраняемся. Это, наверное, вверху автосохранение было. Артём, где? К тебе идут двое. Пускай идут. Попробую прикрыть тебя сверху. Тихо. Вот они пройдут, и я... И я пройду туда. Что за хрень? А, вот время фильтра. Нихуя, я тут незаметно сижу. Ага, и сами они такие дотопали. Вот в школе вертушка их высадила. Высадила и обратно ушла. Бабка, агент? Уставься! Ты салоги думаешь, неделю дежурил, как ты уже понял все? Ладно. Эй, кто это? Город опять затих, что ли? Выбивает электричество. Мы смысл не с выключ... Спокойно, блядь. Тихо. Сука, как посмотреть, сколько фильтров-то у меня? Я даже не знаю, куда идти. Карта. Давай как-нибудь карту, блядь, посмотрим. Фильтр, короче, минута. Куда идти-то надо, я вообще не помню. Все, конец. Загрузить. Так, ну-ка по времени посмотрим. Нет, ну вот самое последнее. И 10:37. Ну-ка давай, где оно сохранилось-то, интересно? Пистолет, блядь, этот не нравится, как-то однозарядный, что ли.
Держи. И фонарик не включай, ну, зря, сука, могут заметить. Это же вообще бред. Короче. Артём, к тебе идут двое. Попробуют прикрыть тебя сверху. Быстрая загрузка, наверное, загрузит быстрое сохранение. Вот что-то я так и не заметил. Мне кажется, тут контрольные точки. И фонарик не включай, вот, зря, видишь, могут, блядь, заметить. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Ну что есть стрелять в эти? Чуть не помогает. О! Что это? Понятно. Сейчас мы вам, блядь. Вот он! А вот робот-то и нет, нихера. Началось! Прикрываю! Чё ты там прикрываешь-то и чё делать? Стреляет, короче. Вот этого бы загасить. Тихо, тихо, тихо. А кого он стреляет? Меня? Один есть. Людей теряем. На, вот он. Ну, блядь, не биться не может, еще быстрая загрузка. Ой. Вот как сделать, чтобы пробраться незаметно? И куда надо пробраться? Не видно нихуя, непонятно, никак не надо. Фонарик не включай зря, могут заметить. Блядь. Короче, куда пробраться? Я что-то не вкуриваю, короче. Так, не туда. Пистолет по-любому заебись, но три патрона — это очень хуёво. Ну, смотри, какие дела. Вот они пройдут. Артём, к тебе идут двое. Попробую прикрыть тебя сверху. Где это там, блядь? Ты не спорь, Грей, враг не древний. У нас такого, как сейчас, давно не случалось. Ну это да, конечно. Когда на второй станции замыкание было в том году, помнишь?
Северо-восток весь голым остался. Люди, между прочим, ловили тогда снаружи сигнал. А если мы их поймали, то и они нас тоже. Типа трон, это вообще хуёво. А что сигнал это? Кого послушали, пока глушилки отключали? Вашингтон прямо? С Вашингтоном в порядке все, не переживай. Сидят зубы точат. Ладно, да, дальше что, хуй узнал. О, вот эта тема. Теперь сохранится. Пять. Куда идти надо, прям хуй узнает. Того типа загасить надо. Тихо. О! Тихо, блядь. Ну что? Что тут такое? А? Ну-ка посмотрим поближе. Кого поближе-то, блядь? Уйди. Никого нету. Конечно нету, все заебись. Минута, свет светит. Сейчас надо вырубить этих типов. Сейчас мы его вырубим, блядь. Ну его нахуй съебываем. Ты в порядке? Да нет, блядь, не в порядке, не хуя. Тревога! Часовой без сознания! Все. Успокоились. Патроны собрать нормально. Сейчас идут туда проползти, потом сюда, мне кажется, надо идти. Ну, давай. Патрончики, хабар, фильтра нормально. Чуть типы стоят, да ладно, вырубить свет. Так. Фильтр, блядь. Фух, тревоги вроде нет, но он лампочка. Внимание! В командном центре произошла диверсия. Нападающие предположительно все еще на территории базы. Тёма, меняю позицию. По всем неизвестным огонь открывать без предупреждения. Рабочему персоналу передвижение по базе до особого уведомления запрещено. Внимание! Станция подавления возобновляет работу. Того типа вырубить, зеленая дверь. Молодец, ты рядом с ангаром. Все отлично. Сейчас мы, блядь, этого типа вырубим, блядь. И я их там, блядь. Вот там свет. Этого типа вырубить бы. Пусть свет там. Хуёво всё. Сейчас мы тебя, блядь. Что там такое? Так, тут типа непонятно, кто тут. Все сюда! Противник на территории! Перевернуть всё вверх дном, но найти!
Джокер к нам на найти! Патронов заебись. Так, где там наши ребята? Выходите. Не, ну подзагасил нормально. Вот тревога это, конечно, ни к чему. Но хабар-то надо как-то собирать. Может на вышку залезть? Фильтр. Сука, количество фильтров не показывает. Так вот, браток. Так что спокойно. Так, ну и зеленую дверь. Мы заходим. Артём, отлично. Мы внутри. Так.